ребятами в Сирии. Откуда мы проследуем в себе? Мы покажем вам античный город и много интересных мест. Почему так смешно, не знаю. Аня там была и сказала, что мне это интересно. Получим массу незабываемых эмоций. Проверим по Славиному лицу, насколько мы впечатлимся. Я счастлив. Мы договорились с ребятами. Обратно мы поедем автостопом. Что скажете? Это будет круто. Искушение, да. Будем бесплатно, короче, поедем. Даже ничего платить им. Хорошая идея. Мне нравится. Поэтому мы пройдем мимо.
Айва, или как-то так он сказал. Айва? Да. А что такая маленькая, обычно большая? Угостил нас мужичок. Класс. Спасибо. Thank you, Редерим. Я вас всегда слушаю, да. Батонов. Но мне кажется, еще идти. Вот проходим античный город Сине. Надеюсь, дойдем в полном составе. Вода уже подходит к концу. Сходили с ребятками в МАК. Нашли очень романтичное место с клещами. Под деревом. Вам еда из турецкого мака. Афьетолсун. Тебя не перестав любить. История о том, как мы добираемся до Катарии. Друзья, репортаж с места событий. Сейчас мы словили вторую машину. Очень удачно. Тоже Ауди, понимаете? Все настолько это просто в этом мире. Я вообще в шоке. Он нас довез почти до Лажмана. Поэтому да, только это был владелец завода, а тот был владелец отеля. А тот владелец отеля. Вообще. Я в шоке. Это вообще круто, друзья. Просто берите и путешествуйте. Просто берите с собой Владу, если едете автостопом. Наглую так. Наш лажманчик самый лучший. Да, вот это денёк, ребята. Такой денёк стоит 2 недель, которые мы здесь провели. Столько приключений.